Привет, девушки! Снимаю видео о своих покупках. Я думаю, что разделю это видео на две части. Первая часть будет об уходовой косметике, а вторая о декоративной. Ну, в общем, как получится. Так, что я купила сегодня, это такой вот скраб-пилинг для тела. Наша израильская фирма Care Beauty Spa. Это такая с ванилью и с кокосом. В общем, тут очень меленькая идет морская соль и вместе с маслом, с олеей с такой. Очень такой деликатный, не сдирает с тебя шкуру. В общем, легкий, как раз сейчас для моего пузика подходит. Запах у него какого-то лимона и ванили, а кокоса я тут ни разу не чувствую. Так что запах, конечно, не такой, как я ожидала. Так, и сегодня же тоже купила наша израильская фирма. Она дешевая такая вот, идет 20 шекелей. Это пилинг мыла для лица. Тоже очень деликатный, почти не чувствуется этого пилинга. Никакого эффекта я... Ну, два раза я им сегодня умылась, никакого эффекта я такого уж не заметила. Единственное, что приятный запах. В общем, тут с глицерином, с витамином Е идет, еще с какой-то олейкой. В общем, будем пробовать. Так, конечно, не о чем сейчас говорить, потому что всего два раза умывалась. Так, и сегодняшняя покупка – это Mineralium Dead Sea. В общем, такая маска для лица. Купила, он стоил 80 шекелей, купила по 45. Ну, как обычно, скидки везде и всегда почти. В общем, пробовала буквально полчаса назад. Делала себе эту маску. В общем, надо намазать. И когда мажешь, оно точно как клей прозрачного цвета. И вот через 10-15 минут она высыхает. И пошла это все смывать. И заметила, что ее можно вот так вот снимать. Она как пищевая пленка на лице. И когда я это начала снимать, это очень-очень больно. Никогда так не делайте. Вот эти все маленькие волосики начинают... Ужас! В общем, смыла я в конце это теплой водой, в принципе, как и надо это делать. Ну, я же блондинка, мне все надо. В общем, лицо после этой маски сушит маска это лицо. И, ну, тоже пока ничего сказать не могу. Так вот. И на моем пузе заметила две маленьких растяжки. Мне это очень не понравилось. Я побежала в Суперфарм покупать самый дорогой крем от стримов, от этих от растяжечек. В общем, стоило оно 130 шекелей. Была скидка 30%. В общем, тоже это какая-то она без парабенов, без там, без всякого вот этого вот. Тут написано. Вот такой вот тюбик, как раз мне еще на 2 месяца, думаю, хватит. Им надо мазать грудь и живот. И когда им мажешь, то есть оно остается на теле до следующего раза, как ты идешь в душ. В общем, ну, в принципе, не могу я сказать, работает оно или нет. Потому что все-таки мне кажется, что это зависит, сколько ты веса набрала. И генетически будут ли у тебя растяжки или нет. В общем, ну, на всякий случай пользуюсь. Так, вот такой вот дезодорант подмышки от Garnier. Понравился мне очень. Самый лучший дезодорант из всех, что я пробовала пока. Такой стойкий. Так, тоже по скидке купила вот такая вот какая-то тут непонятная коробочка шла. Flexitol, крем для рук, для очень сухой кожи. В общем, она стоила после скидки 30 шекелей. Крем мне очень понравился. Тут 70 миллилитров. По-моему, да, это написано в Австралии сделано. Сначала, когда нанесла его, показался мне очень жирный. И он не впитывался, но буквально через 3-5 минут полностью он впитывается и долго держится такой увлажненный эффект. Даже после того, как помыл посуду, руки остаются увлажненными. Мне очень штука эта понравилась. На зиму мне самое то, так как у меня очень-очень сильно
сухие руки. Так, и такое мыло для тела. Ну, тут не о чем говорить, это... Так, я про запах скажу, это Palmolive. Запах мне очень понравился. Пахнет на всю квартиру, когда ты моешься им, но... То, что я люблю, это то, что не, после того, как ты помылся, не остается запах на теле. Ненавижу, когда остается какой-либо запах у меня после душа. Так, вот такой вид. Это у меня, я купила две банки, тут 400 мл. Тоже была скидка 1 плюс 1. Одна стоит 60 шекелей. Ну, получается, что почти пол-литра за 30 шекелей тебе. В общем, очень выгодная была покупка. Мне хватит, наверное, на год этой банки. В общем, удаляю ноги подмышками, волосы. Классно, нет раздражения. Я очень-очень довольна, что попробовала вот эту штуку. Деримор, наверное. Не знаю, как правильно где-то я тут напишу, как называется. Это Джоджоба. На иврите Хохова, это наша израильская фирма. Она тоже органическая, срок годности всего 6 месяцев. Это крем для тела. Он идет без запаха, очень быстро впитывается. В общем, мне очень-очень понравился. Хочу еще только купить крем для рук попробовать, но почему-то его нету ни в New Farmах, ни в Super Farmах. Я пока найти не могу. Кстати, он не так уж и дешево стоит. Ну, всегда есть скидка, так он где-то 60 или 70 шекелей. Я купила его, по-моему, за 30 или за 40. Купила его, конечно, давно, еще вот, в 8 месяце. Но я, по-моему, тут ошибку сделала. Ну, не в 8, а в 10 его купила. В общем, пишу я всегда на баночках, когда я открыла продукт, чтобы знать, когда у него срок годности уже подходит. Так-с. Вот такой вот лак для волос от Vella. Тоже дешевый, 35 шекелей он стоил. Купила я четверочку. Что хочу сказать, больше такой не куплю, так как он очень-очень сильный. То есть то, что он сильный, это хорошо, но смыть это невозможно. То есть я 2-3 раза после этого лака надо волосы мыть, и мне так кажется, что он портит этим волос. Так как смыть реально невозможно. Так, и в Октябрьской, или, в общем... Пару месяцев назад в Glossy Box я вам видео не снимала, но вот такое вот мне попалось масло от L'Oréal. Кстати, баночка классненькая, стеклянная. Еще я не пробовала им пользоваться. Вот столько использовала, но не на волосы, а на мою пластику, с которой я леплю бижутерию. Мне она чуть-чуть подсохла, мне надо было как-нибудь разбавить чем-нибудь, и я использовала вот этот. Вот так вот нестандартно. Тоже в одной из коробочек попалась вот такая смывка от Ofra. Извиняюсь. Это американская фирма. Мне она очень смывка понравилась. Она идет без вот этого масла, без олии. И классно удаляет макияж. И очень-очень мне понравилось. Хотя я зашла на их сайт, и цены там ого-го. Не знаю, буду ли я покупать. Наверное, нет. Тоже... С коробочки. Вот два последних продукта. Это BB крем от Garnier. Наверное, вы уже все знаете. По-любому знаете его. Легкий написано. И с SPF. В общем, какой-то супер-пупер крутой. Пользуюсь я только им тогда, когда снимаю видео или на какой-то вечер. Так каждый день я не пользуюсь тоналками. Так, и последний продукт от Fresh Look, тоже с Glossy Box. Это увлажняющий крем с защитой из SPF. Тоже не пробовала, но такой подрадовала, что был такой большой тюбик. Будем пробовать. Ну, в общем, девочки, на этом все. Сейчас будем снимать о декоративной косметике. Все, ждите вторую часть, пока.